придурок, блядь! Выходите из машины, нам. Нету, нахуй. Слева, слева. Кошмар. Марка на выходе из подземки. Вот что рассказал пассажир Александр Афанасьев, с которым мы связались через несколько минут после инцидента. Ты объявляешь, что только движение идет до вокзала. Да и то, что ответили, что они при этом будут двигаться. Ты не понимаешь, что поезд будет стоять всю день. Очевидцы рассказывают, что так называемые бомбилы либо отказывались подвозить людей, либо сильно завышали цены. В социальных сетях... Вернулся, побежал. Машина будет валяться. Ну, там что, уже еще что ли машина? Там еще машина, она из-за нее все, блядь. Это хуйня. Да. Ее занесло, она бьет КамАЗ, нахуй. А сзади ехал автобус. И автобус плюсом еще в это бьется. Загорелся. Автобус загорелся? Автобус загорелся. Автобус пойдет на газовом еще. Не знаю, не вряд. Мы сейчас на кладбище стояли, и этот автобус, кажется, пошел с людьми, нахуй.
Двухэтажная, да? Нет. Нет. Пазик. Что ж не видишь? Пазик, что ли, блядь? Он тоже проехал, да? Бензовоз горит. Что пожарников долго нету. Там еще джипарь по ходу дела спереди стоит, да? Да, 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 вот с той стороны, вот где фурит как раз, вот где-то в том районе. Я еду, думаю, что такое дыни. Все, это пиздец. Все, здесь ставим, понятно. Резко не можешь назад? Задом ходом. Надо делать сумки это. Стекло, наверное, пластик, ты видишь? Вот так, вот бак взорвался, ты видишь? Это один бак взорвался? Не, это не бак взорвался. Это колесо, взорвался. Колесо, видно. Глянь, вообще запищали, нахуй. Нам тут пиздец не настали. Не-не-не, ничего не было. Нахуй, как ёбнить, а твои стекла повываливаются. Глаза выкидывают. Глянь, разжирает, как хорошо. Шланги рвутся. Вот ребята приехали. Да, ребят, вы, блядь, едете. Машину спасут, конечно. Глянь, ну, как бы, да, толстый чувак. Ух, сына, сына. Моя тачка, конечно. Ебать! Oh, my God.
Ах ты, блин, нифига себе.